Мне иногда кажется, что... Это очень сложно. Я тебе очень благодарна за то, что ты появился в моей жизни. За то, что ты делаешь меня лучше всегда. За то, что ты воспринимаешь меня такой, какая я есть, и позволяешь мне расти вместе с тобой. И я часто вспоминаю, какие неприятности у нас были в жизни. И счастливые моменты, и ты всегда был со мной. И то, что было хорошо, ты умножал на 2. То, что было плохо, делил на 2. И это всегда делало меня сильнее и счастливее. Я очень рада, что я делю эту жизнь с тобой. И я готова тебя делать счастливым. И расти, и развиваться, и делать все, чтобы ты улыбался. Я тебя очень люблю. Твой жулик. Попросили рассказать историю какую-нибудь из нашей с тобой жизни. Я долго думал и решил рассказать про наше первое свидание с тобой. Но потом вдруг, когда я начал думать об этом дне, я вспомнил тот день, когда мы уже с тобой долго встречались, и однажды вечером ты пришла домой вся в слезах, что ты увидела какого-то бродячего котенка где-то по дороге, в поле, он плакал. И ты плакала, пришла потом, что мы должны его срочно забрать. Но я проявил свое жесткосердие и все-таки не разрешил тебе это сделать. И ты потом несколько дней ходила, выискивала, что с ним произошло, куда он делся, может быть, с ним что-то случилось. Его звали Чеснок, если ты не помнишь. И, в общем-то, этот поступок показал мне, да, что у тебя большое сердце, и ты очень искренне относишься к вещам, и тебе не наплевать на остальных. Ты думаешь об окружающих. Когда-нибудь мы заведем кошку, Катя, все-таки заведем. And how I sing you like a song I heard when I was young and buried for night like this, buried for a night like this. Ваших ответов будет зависеть на ваша дальнейшая жизнь. В присутствии свидетелей хочу спросить тебя, Женя, готов ли ты, согласен ли ты взять жену Катю, заботиться о ней, помогать ей воплощать ее самые смелые идеи в жизни и всегда быть рядом? Готов. Он готов! Аплодируйте, пожалуйста! В присутствии свидетелей хочу спросить тебя, Катя, согласна ли ты взять мужа с его лучшим другом, главным вдохновителем, поддерживать и принимать его таким, какой он есть? Готова. Она готова! Катюша, мы должны были подготовиться к клятве.
Ну, походу, из-за всех этих событий мы ничего не сделали. Ну и, в общем-то, я не хотел никаких клятв давать. Я считаю, что слова — это все слова. На самом деле нужно смотреть на поступки. И я хочу своими поступками доказывать какие-то действия. Не давать пустых клятв. Я это люблю. Но мне позвонила до этого моя, как удивительно, это звучала, красная мама. Поздравляла меня со свадьбой, сказала слова, которые мне очень понравились. Союз двух людей — это союз против всех. И я бы хотела, чтобы мы, что бы ни случалось в этой жизни, чтобы не было, ну, всегда были вместе, всегда поддерживали друг друга. И спасибо тебе за все поступки, которые ты делаешь. Ты для меня самый настоящий мужчина. Я тебя очень люблю. И готова делать твою жизнь счастливой каждый день.